Возможно, мы приходим в мир гиперпрофилирования, в котором найдется для каждого из нас, исходя из нашего профиля, то, что будет триггерить те или иные реакции у каждого человека. Мы перейдем в мир гиперкастомизированных информационных атак, направленных на отдельного человека, а не на группы лиц. Аудитория собралась большая, очень разнообразная, и практически весь плюрализм мнений по отношению к тех вопросов, которые хотел сегодня обсудить на этой конференции, либо уже удалось услышать, либо предстоит услышать на других сессиях в течение сегодняшнего дня. На мой взгляд, главная идея конференции заключается в том, чтобы еще раз сверить часы относительно того, куда движется бизнес, вендоры, регуляторы. Поэтому я считаю, что конференция очень важна. Я надеюсь, что своих целей она достигнет. Большая хорошая явка, хорошая аудитория, хорошие отзывы. Будем развивать мероприятие в части представительства его состава, да, приглашать людей достаточно высокого уровня, чтобы отрасли и людям было интересно смотреть.